20 лет прошло с тех пор, как учебный парусник фрегат «Штандарт» впервые вышел в плавание. С тех пор тысячам людей он открывает новый мир. Для кого-то он стал судьбой, для кого-то сбывшейся мечтой о море и парусах. Сегодня, когда выросло целое поколение людей, для которых «Штандарт», казалось бы, был всегда, самое время рассказать о том, кто же и как его строил. В истории про «Штандарт» может быть важен не столько факт создания и существования корабля. Возможно, гораздо важнее то, какой след он оставил в жизни каждого из нас, независимо от того, чем потом пришлось в жизни заниматься. Да нет, оно, собственно говоря, никаким образом не повлияло. Только что хорошие, приятные воспоминания. Очень яркая страница в моей жизни произошла. Я хорошо научился работать с деревом, мне это всегда нравилось, но ведь если тебя что-то манит, тебе нужно место, где ты можешь воплотить это все, понимаете? А вот «Штандарт», фрегат и клуб «Атлантический», он как раз вот и был тем самым местом, где я очень нашел реализацию этой мечты, и нашел в этом плане, и себя во многом там нашел. Было здорово. Я те времена вспоминаю, в общем-то, с очень большой такой теплотой. Это было просто интересно. Это было офигительно интересно. Никак не повлиял, да, на мою дальнейшую жизнь. Просто, да, я отходил на землю лет 12, я построил еще один большой деревянный пароход. И сейчас я работаю еще на одном деревянном пароходе. Просто, да, я не умею ни на чем другом работать, кроме деревянных пароходов. И я механик. А повлияло, да. Я считаю, очень сильно. Ну, конечно, повлияло, как оно могло не повлиять, если это, собственно, получается, вся жизнь и была. В 2003 году вот я пошла в плавание на корабле уже прямо с должностью. И стала я старшим помощником. Вот я дочь родила, и вот я в корабле участвовала. И вот это вот восторг одинакового порядка. То есть вот у меня есть дочь, которая уже взрослая и офигенный художник. И у меня есть корабль, который я резала, и оба мои детища. Это восхитительно. Ну, это была такая одна из интересных частей моей жизни. И, ну, опыт определенный. Единственное, что, ну, черт его знает, как бы все сложилось, если бы этого всего не было. Ну, было бы, точно не было бы так интересно. Да, это просто было такое большое хобби, которое переросло впоследствии в профессию. Ну, во-первых, я считаю, что я новую профессию получил за время строительства. Единственное, что она очень сильно не востребована в нашей стране. Ну, потом, ну как, кореша, друзья, товарищи, с которыми вот до сих пор общаемся, и даже иногда не без удовольствия. Я очень хотел строить корабли. И, в общем, проект именно строительство «Штандарта» для меня было первым крупным проектом. И я продолжил заниматься, в принципе, тем же и сейчас, что, в общем, довольно странно в 21 веке продолжать строить корабли. 18 века – это вообще уникальное попадание. Два раза в одной жизни человеку, живущему в 21 веке, дважды строить корабль 18 века. Так не бывает. Чудесный опыт и чудесные люди вовремя и не зря появились в моей судьбе. Разумеется, я научилась многому тому, чего я раньше не умела. Во-первых. Во-вторых, это друзья. Их стало столько. И мы до сих пор в контакте, мы до сих пор постоянно отслеживаем, кто у кого что случилось, где чего помочь, где чего сделать. Вот. Потом, кстати, «Штандарт» ушел. И мы остались с гичками. Мы строили гички, мы их спускали, мы их поднимали, мы все что угодно. Вот, потому что, ну вот, это другая жизнь. То есть то, что мы тогда на берегу видели «Штандарт», определило нашу жизнь
не то что на 20 лет, в общем, я думаю, на всю оставшуюся жизнь. Ну, в основном только исключительно вот в приобретении друзей и ну, не знаю, в чем, в опыте. Работа на корабле – это просто была колоссальная школа. Это была хорошая школа, причем что само строительство, что и походы на штандарте, там, первое плавание. Это был совершенно разный опыт, но он такой был очень взрослый, очень нужный. Строительство корабля повлияло в той мере, что... Научило меня работать. Во-первых, научило работать, да, и не только руками. Вопрос в том, что ты принимаешь на себя ответственность, думаешь, как ты это реализуешь, вот, делаешь из того, что есть, выбирая... Повлияло, конечно. Ну вот и нынешнее пространство я изо всех сил тащу в сторону настоящего. То есть настоящие материалы, настоящие дела. Да, повлияло. Определенно повлияло настолько, что сформировало мою личность во многом. Повлияло с той точки зрения, что когда есть цель, то в принципе там уже, и ты понимаешь, что ее можно достичь, то там уже... ты не утыкаешься в какие-то препятствия, а всегда находится способ обойти препятствия, решить препятствия. И нет такого, что что-то есть там нерешаемое. Оно повлияло на меня, во-первых, на развитие моих личных качеств, да, то есть то, что я говорю, что вот ощущение, что ты можешь все, что ты хочешь сделать, ты можешь достичь, просто надо приложить либо много усилий, либо очень много усилий. По работе часто вот по строительству попадались люди, которые ну вот, упирались. Все, я не могу, лапы кверху, все, я вот тут три движения сделал, и все, я больше ничего не могу, все, сдался. Вот я говорю, а ты сделай пять движений, все будет, поэтому. Или подумай, как сделать одно, ну правильно. Могу сказать, что по жизни, конечно, это отложило на меня большой отпечаток, вот этот принцип, что неважно, что говорят люди вокруг, если ты хочешь вот двигаться сам своей судьбой, то делай просто это, и все, просто бери топор, бери штихель, бери там газовую горелку и создавай что-то, меняй мир, как тебе нравится, и никого не слушай, потому что у тебя одна жизнь, и ты должен успеть это сделать. В моей жизни корабль занимает очень большое место, и люди, которые... связаны с этим проектом, занимают громадное место в моей жизни, поскольку это те, с кем я рос, те, кому я доверяю, те, кого я люблю. Не знаю, достаточно ли будет сказать, что люди, которые строили штандарт, ну, не все, но существенная часть, они до сих пор, не то чтобы они вот прям держатся вместе и там ходят пить пиво или там ездят в Сочи вместе, но как-то все немножко в поле зрения друг друга, да, а уже 20 лет прошло. Это вот следствие вот этого объединения людей. Те друзья и все окружение, которые я продолжаю общаться с большинством людей, как я мою, довелось мне, посчастливилось быть при строительстве штандарта и участвовать в этом деле, и ходить по морю. Друзья. Ну и чуть-чуть подход к жизни. Вот этот вот принцип, вот этого приступа Мартусита. Как-то, ну, если ты не знаешь, как, ну, как-нибудь, бери и делай, а там ну, упрешься, пробивай вот конкретно. Есть одна конкретная стенка, пробей ее, а дальше будет видно, не надо умствовать, это у меня есть такое. Вот меня научило иногда, ну, так вот. Я хорошо помню такой момент, значит, было понятно, что нас попрут рано или поздно от этого Смольного, мы пытались базироваться в какие-то яхтенные, в эти катерные гаражи, сейчас где парк 300-летия примерно, вот, и там в какой-то момент Вова прикупил понтон. Понтон нам был нужен, вот, а понятно, что он на нормальный понтон денег, конечно, не было, поэтому прикупил утонувший понтон. И у нас была задача его вынуть на берег. Вот мы приехали, человек там 7, наверное, причем тоже там такие какие-нибудь, там, например, Алфеич, который, ну, мега-мужик, в качестве тягателя понтонов, там еще какие-то, значит, там барышни.
Вот. И мы пытались его... мы пытались его сначала, наоборот, сдернуть на воду до конца. Какой-то, значит, там застопили какой-то буксир, который тоже пытался. Ну, мы толкаем, он тянет, ничего не получается. Ну, не получается, естественно. А дана установка, нам надо его столкнуть. Тогда Вов сказал, значит, так, все, у меня есть план. Буксир Максим говорит, у меня есть план. Мы сейчас садимся, перекуриваем, а после этого беремся и разом его толкаем, но при этом кричим. Вы знаете, план сработал. Это распространенный способ. Мы перекурили, а потом просто толкали, но кричали при этом. И мы его столкнули. Вот. Но вот этот принцип, что ну как бы вот надо, значит надо. А всякие, как я уже говорил, законы там, геометрии, уж тем более физики, это, в общем-то, совершеннейшая фигня. Это, кстати, вообще потом помогало в жизни. Много вещей Володя показал, которые помогли и мне, и многим моим друзьям чему-то, что-то такое узнать специальное для себя. Не быть до конца перфекционистом, что это должно быть только так, а никак иначе. Ну, это вот в некотором роде, тогда бы он не был построен стандарт. Вот у него этому тоже стоило поучиться. Мы как бы получили точку отсчета, как оно должно быть. И поэтому все, что я делаю сейчас, я как бы тяну в эту сторону. На мою дальнейшую жизнь очень сильно повлияло. Я там научился много чему. Универсальный подход ко всему. Все, что-то наберут, все получает. Ничего сложного наказалось. Я там научился альпинизму. Веревки вязали. Забираться наверх, работать снаряженно. Взрыв назад. С тех пор я работаю промышленным альпинистом. Чем я очень благодарен, что дар. Спасибо. Чем я занимаюсь сейчас? Я занимаюсь все тем же. Я строю корабли. Сейчас мы спустили год назад уже корабль «Полтава» на воду. Ну, сейчас я делаю в основном всякое искусство, занимаюсь по-прежнему резьбой, в основном этим и зарабатываю. Так получилось, что вот у меня теперь есть магазинчик для продажи моих штучек. Я спасатель поисково-спасательной службы города Санкт-Петербурга. Уже сколько? 17 лет. Я являюсь, работаю очень исполнительным директором инженерной компании. Мы занимаемся разработками электроники. Редчайший случай. Я как это не парадоксально работаю по специальности. Информационная система в экономике, управлении производством. Я думаю, если бы ему завкафедрой сказали тогда, что единственный из всего выпуска, кто будет работать по специальности, при этом как бы ну, там станет ну, такой сколь-либо значимой величиной, это буду я, он бы не поверил никогда. Вот. Я работаю по специальности тоже, который начал обучаться ровно после того, как спустился штандарт. Вот он был спущен, там чуть там, с разницей в день или в два. Категорически все было поменено, возникло новое. Вот. Какая вот. Специальность? Театр. Театр. Актерство. Спасибо ребятам за то, что помогли рассказать мне эту непростую историю. На самом деле, понять всю ее глубину можно только побывав на борту «Штандарта». Так что откладывайте свои сомнения и приезжайте на корабль. Это очень уникальная штука. Корабль очень правильный. Им очень хорошо и мастерски его капитан и команда справляются с ним. То есть уровень, скажем, опыта, морской практики, которую можно получить на «Штандарте», ну, за таким объемом и за такой глубиной, за такой вовлеченностью можно побегать еще по миру. И далеко не на каждом паруснике найдешь. Те, кто в раздумьях, не думайте, решайтесь, не бойтесь. Думайте своей головой, когда будете на борту. Вот. А так... Все, что наработано кораблем, командой, вам будет только в помощь. Это будет такой опыт, которого вы нигде не получите. Идти
Самое главное – идти. С чем бы ты ни пришел, какой у тебя багаж не есть, вот там все изменится. И, может, система ценностей поменяется, и многое, все остальное. Во-первых, играть эту игру полностью. Ну, то есть штандарт – это не корабль, на который, не яхта, на которой ты приехал, и как это, в шезлонге хорошо проводишь время. Нет, это как раз попробовать себя во всех ролях, которые только тебе доступны. Пункт номер два. Если до этого в море далеко не ходил, то быть готовым к тому, что это как в армии. То есть есть иерархия, есть команды, и они не обсуждаются. На корабле как? Если ты не сделаешь, за тебя эту работу никто не сделает. Тебе поручили, ты должен сделать. Это основное. В этом мероприятии такой очень важный аспект – это чувство команды. То есть каждый отвечает за всех, все отвечают за каждого. Основной совет – это нужно дружить с коллективом. Иногда уметь пойти на компромисс. Быть готовым к тому, что тебе будет мокро, немножко грязно, иногда немножко муторно, иногда немножко тяжело, иногда просто великолепно. Сидишь такой, прекрасная погода, стоят паруса, вы куда-то пилите. И такая романтика. Паруса в море и парусный корабль – это не только восторги и красивые закаты, это много тяжелой работы. Усталость, желание поспать, морская болезнь – это физический, реально, физический челлендж. Это челлендж моральный, потому что нужно залезть на эту самую мачту, оно качается, бывает страшно, и нужно быть к этому готовым. То есть нужно понять, что вот эта романтика паруса, она другая, у нее есть обратная сторона. И обратная сторона – это рваная кожа на руках, это усталость, это много тяжелой работы. Надо это понимать и при этом не захлопывать себя для восприятия этой красивой реальности, но быть к этому готовым. Запастись изрядной долей, можно сказать, даже смелости и авантюризма, потому что в любом случае, авантюризма даже скорее, потому что это непредсказуемое мероприятие. Да, есть какие-то вещи, подъем в 8 утра и подъем флага, это все предсказуемо. Вот, но что произойдет, когда произойдет, вот к этому надо быть готовым. Вот, но и изрядной долей романтики, да, может, когда можно лежать на палубе и рассматривать звезды. Если тебя уже укачало, то вариантов вернуться без берега обратно в нормальное русло во время шторма практически нету. Поэтому правило номер один – не допускай, чтобы тебя укачало. Правило номер два – есть два лекарства. Первое – это горизонт. Если тебе виден горизонт, то тебе это помогает. Второе – это что-то делать, желательно что-то ответственное. Самое лучшее – это штурвал. Надо быть готовым ко многим неожиданностям, да, и, в общем-то, это как везде, ну как. Новое дело, да, новое дело, оно всегда не очень простое, так скажем. Пока ты поймешь, что к чему, пройдет какое-то время. И не факт, что тебя успеют вовремя выдернуть откуда-нибудь. С безопасностью надо смотреть и слушать тех людей, которые про нее знают больше, чем ты. А если у вас в жизни мимо будет проходить такая какая-нибудь странная история, типа, ребята вдруг начали что-то делать, что-то строить, что-то необычное. Помните, что, возможно, это начало чего-то действительно большого в вашем жизни. Не проходите мимо. В нашем мире на суше все меньше становится свободы. Несмотря на то, что корабль – это правило, которое нужно строго соблюдать, а все равно море – это свобода. Раз в жизни нужно почувствовать ее вкус. Верить можно только парусам. Ты поймешь однажды это сам. В невозможной теплой тишине.
ночному ветру на волне. Под вечер навстречу пришла гроза. Неважно, не страшно, в листьях ливней гроздья грома, ты вернулся снова дома. Закрывай глаза. Можно морю и мечтам. Ты поймешь однажды это там. Времени не будет до утра. Просто собирайся, нам пора. Чуть позже не все сказал. Под утро от ветра руны лун плывут в покое. Все такое, не такое. Открывай глаза.